А, недотёк, он стоит. Стой, 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 пацаны. Я ж уже так близко. Ничего себе! Зачем он так делал? А, там еще один! Ребят, всем привет! В начале видоса хотел бы анонсировать небольшой конкурс на РП. Все, что нужно сделать, быть подписанным на канал, поставить лайк данному ролику и в комментах напишите любой коммент более чем из 5 слов по теме данного ролика. Все, вы участник розыгрыша на РП. И точно так же в этом видосе мы узнаем победителя из позапрошлого видоса, потому что вчера я не успел вставить победителя в видео. Сегодня вставлю победителя. Всем желаю удачи, приятного просмотра. Погнали в каточку. Хорош, начало катки, смотрите, игрок М заблокирован в режиме реального времени. Еще не успел упасть на парашюте, вы серьезно, ребята? Вот это дичь. Хорош. Что же он такого сделал? А что, никого нет? Блин. Обидно. Я не понимаю, куда все падают. Разлетка через Георгополь. Игрок забанен в режиме реального времени. И никого нет. Что такое? Куда все падают? Напиши в комментах, куда падаешь ты. Вот, серьезно, только по-честному. Куда ты зачастую падаешь? Просто разлетка реально была через Георгополь. Надо на школу валить. Так. Сейчас. Ладно, ребят, я думаю, здесь вначале ничего интересного не будет. Потому что никого нет. Встретимся уже на развальчике. Опа! Опа, 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 опа! Хват воюет с одним ботом, что ли? Ага, вижу. Сейчас пойдет лутать. Вместе с ботом. Там сзади еще кто-то? Папича. А бот? Я хотел бота подхавать. А что, у меня прицел на калаше делает? Я все равно хочу. Бот может не дотек. А, не дотек, он стоит. А где же бот? Походу бот все-таки дотек. Блин. Вот это лутидзе! Да ты шо? Троечка, сюда. Хорош, а где же ботинок? Блин. Не успел. Не успел. Хотел вот чисто бота вальнуть. Ладно. Вот дальше. Опачки, вижу, вижу, вижу. Типа, вижу. Ой, тут развал был хороший. Так подымалки уже нет. Типа, чего вы сюда едете? О, это ж хозяйка самолета была. Это была хозяйка самолет. А, вижу тебя. Not bad. Почему так? Я слышу. Надо забайтить их.
Или он один? Тут тоже проход есть, я не знал. Я не знал о маленьком проходе там. Хорош. Как думаешь, он реально один приехал или еще кто-то есть? Слушай, тут такой замес, как будто здесь реально вызывалка есть. А здесь ее нет. Просто типа ехали. Так, сколько? 8 монет. Надо на Super Evil Mac насобирать. 10 монет. На 2 было бы вообще круто. Ну, я думаю, он один приехал. Да, ну замес тут, конечно, смотри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь тачек. Семь тачек! На ремас. Тачка. Восьмая. Понял. Понял. Девятая. Ой-ой-ой. Это бот или не бот? Это бот. Или не бот? Бот? Тимка-бимка. Тимка-бимка. Вот это никнейм. Тимка-бимка. Ты не видел мою бимку, Тимка? Хорош. На дроп погнали. Ой-ой-ой, туда уже приехали. Хорош. Я аж испугался. На ремас. Откуда он так жмет? Или там он не один, походу? А, вижу. Надо закрутить дальше. Я не знаю, сколько их там просто. Моцик есть, баги есть, типа нет. Вон он. Ага. Сорян, тип. Сорян. Реально? Реально память закончилась. Я даже не знаю, сохранится ли предыдущий кусок видео. Я надеюсь, что сохранится. Максимально надеюсь. Потому что типа забанили в режиме реального времени. На видео я успел заснять это второй раз. А всего я вижу такую тему, наверное, раз пятый, шестой. Напиши в комментах, сколько ты раз видел, чтоб типа банили в режиме реального времени. Так при том, не в самой катке. А мы еще на парашютах летели. Но, возможно, он упал там, что-то взял и сразу выстрелил как-то. Я не знаю, из ВХ. Но факт того, что вроде как... Может взять? Да, возьму. Вроде как, ребятки, видите, начала система античит работать потихоньку. И многие говорят о том, что они читаков не встречают. Но, тем не менее, смотрите, я встречаю и их сразу банят. Это очень круто. Прям очень круто. Едем на следующий дроп. Тачка туда едет. Аккуратно так едет. Блейд. Слушай, смотри, сколько здесь тачек каждый раз. Добавляется и добавляется. В дом. Слушай, это прям где-то рядом. Опачки, там еще тип. Там со снайперкой опасно, хотя третий шлем есть. Этот, может, в туалетике сидит?
Ага. Возможно, там и склад целый. Вижу типа, но против снайперки пикать я не буду, ребят. Смысл? Смысл? Пока можно бустаться. Они знают, где я. Возможно, сейчас наберутся смелости и поедут пушить. Главное, чтобы сзади никого не было. Стоп. Смотрим, куда зона пойдет. Наримасыч! Ой-ой-ой-ой! Хоть раз мне повезло. Хоть раз. Я думал, сейчас я буду бежать. Наримас. Пацаны, готовьтесь отлетать в менюху. Да-да-да, контроль, контроль. Как раз контроль меня. Можно забайтить, попытаться. Бежит. Один бегает, а второй, видите, контролит. По идее, вот там. А нет, там один. Там один, там один. А где же еще типы? Я думал, там сквад. Три типа. Один там. Пускай один в туалетике, может быть, не исключаю. А еще один где? И все сольники, по идее. Разбросал смоки себе. Смотрите, сколько. Так ты шо? Угу. Еще сколько у него смоков? Его убили, да? Нет. А это откуда? Это не он стрелял. А, вон лежит, вижу, справа в смоках. Вижу, вижу. Еще тут кто-то слева. Блин, дальний стреляет по мне, этот стреляет по мне. А между собой что не файтитесь? Ну, дальнего сейчас зона схавает. Бежит, бежит, бежит. Да ладно. А, их двое. И нокнул одного. Тихо, 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 тихо. А что у меня? А, патроны закончились, я понял. Это один сквад. Так, ну те два поднимутся. Тех до зоны. Смоков у них уже нет. Вижу типа. Ух. Надо ждать, 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 ждать. Тихо. Да какого фига это колесо вылезло? Ребят, сказать, что меня бомбит, ну, это мягко говоря. Посмотрите просто, где находится у меня это колесо эмоций, и оно постоянно у меня какого-то фига выскакивает. Вот, смотрите, настроить, вот, видишь где? Аж сверху, где нести игрока. Вот скажи, пожалуйста, как я вот так, держа планшет, только что мог на него нажать? Вот как я мог нажать на это колесо эмоций? Я его ставил уже и сюда вот ставил, смотри, вот сюда ставил. И сюда под рюкзак вниз ставил. И в другой угол вниз ставил. Все равно оно у меня появляется. Почему? Я не знаю. Но тем не менее, я надеюсь, вам понравился видос. Все наши победы еще впереди, естественно. Не забывайте прожимать лайки, подписываться на канал, колокольчики, включайте все уведомления. И также залетайте в телеграм-канал и в мой, и в Жекин. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока, ребят.